If my father was still breathing, he'd tell me to march right up to the devils and negotiate with the smoking end of a Jacob's firearm. So that's exactly what we gonna do. See, that cult is holding out. Да, вперед. Мы заканчиваем на этом или нет? Ну, а посмотрим. Ну, выйдем, там твист будет, и да. На этом все. Смотри, какая хуйня. Can you hear me? Do not panic. I'm simply testing a new communication device based on Lilith's powers. It seems Echo cannot penetrate the bounds of the vault, so I am forced to use this. I am quite curious to know what you find inside. Тут какой-то здоровый инопланетянин с книжками, который крутится вокруг него, ты посмотри. Главный босс, 100 пудов. Да, сейчас мы его подудоним. Погоди, не жми, коробочки, коробочки, вперед. Инопланетные коробочки, в которых земные вещи. О, оранж один, фиолет, фиолет. Да. А, вот эти мы сможем открывать, когда сможем разбивать это говно. Но пока мы не знаем как. О, фиолет, погоди. Что это такое? Неплохо. Сойдет. Вот. Я нажимаю? Погоди. Давай. What is this? The vault map led us here for a reason. There must be some significance to this device. А, проломить впереди, мы можем ломать. Погоди. У тебя появляется вот этот щит, который я сейчас, вот когда я так сижу? Да, на пол экрана. Мы теперь можем ломать впереди. Ха. Ебой. Припись сюда. А, нифига себе. Ну и чё? Ломай! А этот-то чё? Постепнулся? Да, я что-то не заметил. Говно. Ну-ка, вот эти просто так, как говно, сидишь. Не, у них иди. Я бою ломай. Хо-хо-хо, теперь мы разбогатеем! О, выдашь нас. Тихо там. В общем, мы научились ломать иди. Да. Замечательно. Мы классные. Так, мы весь середину сломали? Ничего никому не оставили? Вроде нет. Ладно, погнали. Ломай! Поехали! This vault is linked by an ancient energy conduit to a second vault. Those coordinates look like Eden 6. Good work, Vault Hunter. We have our next destination. Collect Maya and her little truant and return to the ship. Угу. Ну там уже как бы прижали. Все, естественно, зачем заходить всем сюда? Вот какой смысл, да? О, погоди. Потюху. Ну давай. Посмотрим, кого поймали. Да, какой смысл заходить сюда всем, да? Угу. Сейчас она высосит еще одну сирену. Угу. Ну вот ее и нет, да? Они стоят обе, слышишь? Так, мы походу что-то не понимаем. I'm trying to keep you safe. By just ditching me on the ship? You said I could be a vault hunter like you. You promised. You will. When you're ready. Mm-hmm. What's up, bitches? Ow, Troy, look what they left for us. Объедки. Thanks for doing all the hard work. Man, you vault thieves only think with your trigger fingers, huh? Keep this up and I'll be a god for real. We'll be gods. That's what I said. Now, let me do my thing. Кто же мертвый? No! What are you doing? Taking what's ours. See, the monsters don't protect the power of the vaults. They are the power of the vaults. And now it's all mine. Hey, save any for the parasite? Gah. Mm-hmm.
We're leaving. Now. We should be kicking their asses! So who's the brat? You, I get. But what's her deal? She's no one. I'm your problem. I'm gonna be a siren, and then I'm gonna mop the floor with assholes like you! You're gonna... Is that how you think Я пока не знаю, кто, как, кто убил чьих родителей. You're not even gonna leave this place. Put her down. That's what I thought. Вот это поворот. Ava, don't. Опять мы не смогли прийти. Be ready. Чем мы занимаемся? О, там граната лежит. You could only take from me. I guess it's any siren. Come on, we got what we came for. Yeah, a lot more. But hey, if that siren thing ever works out for you. Минус один персонаж. Меня больше бесит не то, что убили персонажа, а то, что мы, как обычно, бибу сосем где-то в углу, блядь. И дракон мигает. Сука. На. Ну, надо признать, девочка виноват. Однозначно. Это этот классический твист, когда из одного погибает другой. Я бы не стал с тобой ходить. Ты какой-то стрёмный. Так, минута молчания за погибшего персонажа. Очень оправданной смертью. Она пыталась спасти... Не пыталась, я тоже не понимаю, в чем проблема была, как это, вот я всегда, он, а он стоял, выкачивал это, как это, из нее жизненные силы, а она такая, я даже делать ничего не буду. Ну, может, там присасывается так, что не может. Ну да, да, такая, типа, она же не может, типа, такой, отойди от меня, сука, смотри, у меня на руке что-то даже осталось. Нет, она такая, ой, насасываю. Меня высосали полностью. Ну ладно, блин. Мы как-то неправильно в эту игру играем, знаешь, это должно вызывать у меня какие-то эмоции. У меня не возникает эмоций, потому что сцена построена как, я не знаю. Ну, игра вся такая, что ты хочешь? Ну, я, знаешь, я тоже так не знаю, вот, блин, персонаж во второй части, за которого я, между прочим, играл. Ну, и он так прошлангован просто мимо меня был сейчас, вот, серьезно, ну, блин. Я же играл за этого персонажа, я так должен... Нет! Убили! Жалко! Мне жалко. Да, вот, да, согласен, соглашусь. Пойдем нажмем и на этом закончим. Sorry, Vault Hunter. There was nothing you could do. Thanks for getting Ava back. Вот это точно сказано! Извини, искатель! Ты бибу сосал в углу, ты ничего не мог сделать! Мы должны были зайти внутрь. Fine, I'll say something. I knew Maya when she was alive. I preferred her that way. But she's gone, and that's how it is. All we can do is fight to honor her memory the best we can. People die in wars. By the droves. I mean, open your eyes, people. Don't ask me to speak at your funeral, Lilith. No kidding, Tannis. Ни похорон-то не будет. I know what I am. Я знаю, что сказать, секунду.
everyone on this ship is waiting for you to say something, and they won't be able to get back to the very important things they need to do to keep this hunk of floating space debris functioning until you do. Я нормально вписываюсь. Понял, это ты виноват! Ты за тебя ее убили! Это ты. Так, я не то нажал. That's how we make her death mean. Yay! Да. Everyone, back to your station. Open the vaults? That's all you have to say. Давай! Maya's dead because you wanted to open the vaults. Нет, она умерла из-за того, что ты не можешь выполнять четкие приказы и сидеть на корабле, когда просят. Not that easy. Maya always told me a vault hunter runs toward the fire. All her stories were about you. You saved Pandora! You killed Handsome Jack! You're supposed to be the Firehawk! I don't know what I am. Yay! Figure it out, Lilith! Before you get someone else killed! Слушай, мелкая, по-моему, совсем охренел. Go see if she's all right, will you? I'll get us ready for the jump to Eden 6. Да, все хорошо. Замечательно! Ой, пойдем, yeah! Проверим, все ли хорошо. С ребенком, который нихуя делать не хочет, как ему говорят. У тебя на месте все было бы хорошо. Вот. Она не была на месте. Hey, Vault Hunter. Not much to say, you know, it's a war. We'll die. Yeah, you're right. Doesn't make it any easier. But Maya put her faith in you for a reason. Huh? Keep fighting. Make her proud. Thanks. You didn't have to come talk to me, but... Возьми это новая пушка. Here, this is... It was hers. She'd probably want you to have it. I'm sure they're getting ready for the jump to Eden 6. You should be up there. I think I need to be alone for a little bit. А мне там ты что дашь? Нет, ты не достоин. Ты сказала, ты дашь мне и... Ты не достоин! Так она и тебе ничего не дала. Как не дала? Вон в инвентаре уже. Сразу в инвентарь. А. Не, у меня ничего нет. У меня? Если это не скинь шкурка, а редеющий шланг, которая называется. Да, пойдем. Нажимай. Это принадлежало ей. Пленка с порнушкой. Она хотела, чтобы досталось тебе, да. Ну, все нормально. Да. Right? Oh, memories. Our followers love it. Recruitment is skyrocketing. Man, your dead siren's powers are amazeballs. Woo! I've been phase locking grapes and tossing them into my mouth all day. You fixed it. Always a step behind, eh, Lil? See you at the next vault. Which totally doesn't rhyme with Schmied and Schmix. Bye. Да. Как без затей кинуть под поезд сюжета очередного персонажа? Вот так. Calypsos want to get their hands on that vault, those monsters are going to have to go through us. Luckily, все хорошо. We have a friend in the area. Claptrap, get Hammerlock on vidscreen. Sir Hammerlock? With pleasure. I'll bet he can't wait to hear about my many adventures. Я что, не говорит? Да. Понятно. Хаммерлоха похитили, и его сейчас похитили. Ага. Можешь мне рассказывать? У меня субтитров даже нет. Ну, я тебе основную суть сказал. Looks like the COV are already on Eden 6. Vault Hunter, meet up with Wainwright Jacobs and find out what's going on down there. Ну и перемещаемся туда, полагаю. А большего мне и не надо. О, что-то новенькое. Болото? И что там еще мороз обещали? А,
Я уже не помню. А я помню, мороз обещали. Я вчера так был раздосадован смертью Майи, что меня прям накрыло. Я такой, нет! Но я ожидаю чего-нибудь в стиле Оби-Вана Кеноби. Конечно, что? Она вылезет из этого, изнутри него. Та концовка с Таносом, которую все хотели, будет Borderlands. Jacobs, welcome to Eden 6, but those COV devils are everywhere. Me and a few survivors are holed up in my family's lodge. Supplies are running low, and we're surrounded. I need your help. I don't wanna help you. Что такие два парня придут? Э! Мы тут пришли помочь чуваку, который окружен. Кто на меня? Давай. И что он такой? Угу. Теперь ты. Что это за хуйня? Это корабль упавший. Корабль кто-то похоронил здесь. Здесь это не Йода. Он упал такой, типа, я не буду его доставать. Пускай гниет. Ты глянь, какая тачка. Jacobs Corporation has survived for 300 years, but these COV devils have spread across the system like a damn plague. All under the orders of those rat bastard Calypsos. Смотри, тут толку сбили. У него квест теперь есть. Блин, у каждого есть убежище? Блять, мы пришли на Пандору, чтобы его найти. Оказывается, на каждой планете они есть, и на каждой они все знают. Иди сюда, на! Ты нет, что ли? You gotta help me get some vengeance for Coop and all the others. Get yourself a vehicle and hunt those pricks down. Mm-hmm. Now, to draw out the Inquisitor himself, you're gonna have to take out his gang to really get him in the goods in a bad way. Вот приехал бы какой-нибудь лох обоссанный. Ладно, поехали на машине, прокатимся. О, хрена, у меня не сохраняется моя раскраска, я не понимаю. Я сколько раз уже пытался понять. Идешь или где ты там? Да, просто мне очередной раз надо настроиться. Тут же это, как это называется. По какой-то непонятной причине эта херня постоянно этот, как называется, сбрасывается. И какого хрена он не... Да вы издеваетесь. А-а-а! 2 секунды. Если ты едешь не на розовой хуйне, все жизнь прожита зря. Да. Я должен быть стильным, Гатор. Это мое кредо. Вон какой-то песос там едет. Надо бахнуть конкретного. Типа левые песосы не подходят? Видно. Вот это чем плохо, я не понимаю. А, этот еще и уезжает. Он будет нас ждать, пока мы его уничтожим. Of him.
Especially you, Vault Thief! Come and get me if you can! Well, that fella sounds proper pissed. Now run him down and don't stop till you hear him squeal! Do it for Coop! Что мне подсказывает? Не так уж и сильно кричать будет, да блять, серьезно. Ух, ебать, мы вообще не туда приехали. Да? Я так и думал. Там вот сюда. Такие прикольные динозаврики. Синие выпало. Что-то синее выпало. Это мод на тебя, тебе нужен? Смотри, возьми, а там посмотрим. Потом куда тебе его выкину, давай. Куда ехать-то? Назад. Назад вниз, я так понимаю. Ага. Дон-дон-донем! Да, типа мы квест сделали, что ли? Eden 6 is run by Jacobs. Jacobs ain't like all them other corporations. It's a family. We do the work, and they keep us from getting killed. Jacobs has stood for 300 years, and we can't let the old tree fall now. Things may look bad for us, but the swamp folk are strong, and we ain't gonna take this invasion lying down. I'll always remember what you did for Coop, Vault Hunter. Oh, and hey, since you're on Eden 6, you might as well put this here Jacobs to good use. Так, чё дал, чё дал? Привет. О! Дуэльный маршал-дробитель. Дробовик, что ли? Да, дробовик. Пистолет-дробовик. По мейну. Ты куда мою тачку спер? А, точно, это твоя машина, я что-то потерялся. Спиздил мое авто, смотри на него, даже глазом не моргнул. Так сложно сесть, что ли? Да. Ты, походу, вообще не понимаешь, как у меня мозг работает. Выглядит так, как будто он у тебя не работает вовсе. Да ну тебе в пизду, блядь. Послушаешь по интеркому. Jacobs will flee! As long as I can hold a Jacobs shotgun in my hand, I ain't handing over Eden 6 without a fight! Come at me, you mud-sucking bastards! Ни хрен на себе... Блядь! Хоть меня пиздить, ты ебаю!
haven't heard any complaints from her. Я на пиздюлей давно не получал. Glad you're here. Not sure how much longer we could have held those COV zealots off. Вот парень явно не хочет умирать просто так, как Майер. Да. И умеет стрелять, надо же. Да не особо, ты вроде сам всех убил. Devils have taken everything else. Well, come on in. Hey, Louvin! Help yourself to some firearms. I salvaged what little I could from my father's collection, but he can't use them now. Tore him to live some devils murdered him. Everything. And if you hadn't come along, I reckon I'd be in the mud too. I escaped with my life, but they captured my partner, Alistair Hammerlock. Those devils are holding him as leverage until I cough up the vault key. Which is also why you're here, I presume. That's right. That vault has been a family secret for generations. We didn't want our fair paradise to be torn asunder like what happened to Promethea and Pandora. Where there's a vault, there's always a war. But right now, I've more pressing concerns than my family legacy. Alistair Hammerlock, love of my life. If they kill him, I got nothing left. If my father was still breathing, he'd tell me to march right up to those devils and negotiate with the smoking end of a Jacob's fire. So that's exactly what we gonna do. See, that cult is holding Alistair in a prison called the Anvil. I heard it sent a team of mercenaries to break him out, but I ain't heard from them since. Rescue Alistair, and I'll get you that damn vault key. You in? Prison break? Sure, why not? Погоди, мы новый ключ уже собираем. Да, ну старый же мы уже использовали. Он одноразовый. И не подходит к другим этим. Так, ты мне говорил, ты что-то для меня нашел. Да. Давай. Now, I'm not worried about Meat Slap biting it. He's more of a mountain than a man and much angrier. But attention span ain't his strong suit, particularly when there's punches to be thrown. Ah, блин, не моя ветка. Что бы я тебе не дал, зараза, почему-то все не на твою ветку, зараза. I'll never worship at the feet of those Calypso bastards. The pack forever! Так, ну чё? Погоди, я тут продам слом. Так, что нам говорят? Пройти к наковальне, встретиться с мясником. А кто такой мясник? Он только что рассказывал, это враг или друг? Не знаю, 50-50. Поехали. Поехали. Be seeing ya. Я куда-то не туда побежал. На лифт? Ты же сказал поехали. Ты сказал поехали, я сказал поехали. И ну и я поехал. А я нет. Well, the home of Jacobs would be less, I wanna say, swampassy? Dangerous place, Eden 6. Reminds me of home. Anyway, the Mellow One sponsorship was a bust, but we did take a page from Gatagawa's murder diary. This time, I just bammed right in at dinner time and leached the CEO of Jacobs. Boom, done. Installed a loyal puppet instead, and she is a trip. Real ice queen, you know? She manages the books, keeps the locals in line. It's just nice to see another rich bitch in charge, you know? You know.
Ну ты понимаешь, не понимаешь тебя я, не понимаешь. Я тебя вообще хочу ногой затоптать. Одной. Как таракана на полу кафеля, чтобы прямо растеклось, и потом мыть пришлось целый год.